В Твери продолжается возрождение Успенского Желтикова монастыря. Накануне прихожане Арсеньевского храма Твери приняли участие в традиционном крестном ходе к святой обители. С молитвами крестоходцы прошли по набережной реки Тьмаки и возле святого пруда, ископанного еще самим святителем Арсением в конце XIV века, встретили группу верующих из возрождающегося Успенского Желтикова монастыря. Подробности далее. Колокольный звон прошло молебное пение на освящении часовни и реликвария во имя святителя Арсения Тверского. Владыка Амвросий преподнес частицу мощей святого Арсения в дар Желтикову монастырю от братьев Николаевской и Малицкой обители. У поклонного креста совершили совместный водосвятный молебен. Затем осмотрели постройки на территории Желтиковской обители. Дети забрались на звонницу и оттуда встречали владыку митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, который прибыл в сопровождении трех архиереев. Митрополита Виктора Олейника, епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета и Тверского духовенства. Славнем благолепие воссозданное, к славе Твоей, к утешению людей православных, обители сия и земли нашей, и всех здесь предстоящих и молящихся. Все присутствующие смогли посетить отреставрированную и расписанную фресками часовню и приложиться к многочисленным мощевикам, хранящимся в ней. При жизни святитель Арсений был духовным авторитетом для жителей Твери, и сейчас они обращаются к святому в своих молитвах.